Ну что, ребята, я приехал сегодня утром на Малибу и увидел небольшой кораблик у нас в бухте. Сейчас наша цель — добраться до этого кораблика. И вы видите, километр 3 примерно там. Ну все, короче, мы едем, едем, едем. Догнать его никак не можем. Он от нас немножко, похоже, уходит, снялся с якоря. Но все равно попытка не пытка. Я попробую подобраться как можно ближе. Пока есть ветер. Я еду на девятке на серфборде, а на нас серф 5,8. Немножко, конечно, немножко перенос. И это в открытом океане. Сети я прошел. Не знаю, в камеру его, наверное, не вижу. Он вон там под берегом находится. Скорее всего, там может быть ветровая тень, и я могу к нему не подойти. Но я попробую сделать все, что я могу в моей силе. Правда, что-то никто со мной не поехал. Ну и фиг себе. Надо немножко отдохнуть. Главное, что... Главное, чтобы акула за ноги не окусила. Тут очень глубоко. Я нахожусь от берега примерно километров 5, может больше. Сейчас разверну камеру и покажу. Наверное, до кораблика я не доеду, потому что больно уж он далеко находится. Но все же поближе подъехать попробую. Корабль уходит от меня в открытый океан, но я попытаюсь еще один сделать галс и немножко его догнать. Очень сильный ветер из-под мыса, но мы не сдаемся. Мы пытаемся определить корабля и выйти ему на встречный курс. Вид открывается отсюда. Его не догнать! Я уже час за ним гоняюсь. Они, наверное, в шоке, думают, кто это их преследует. Какой-то непонятный чувак на доске парашютом. Представляете, что они там думают? Я бы на их месте вообще бы с ума сошел. Какой-то придурок в открытом океане едет за корабликом. Сейчас поймаем ту волну. Отдохну я чуть-чуть.
просто за кайфом катимся и все.